Коли ми їхали в село Стародобровольське, ми навіть уявити собі не могли, яку велику індустріальну спадщину і скільки спогадів про себе нам залишили наші прапрадіди-гірники. 1895 рік – період залізної лихоманки. Ці землі, що належали сім'ї Добровольських, бере в оренду акціонерне товариство Криворізьких залізних руд. 23 роки товариство успішно видобувало тут руду, а найбагатшими за видобутком стали 1913-14 роки. Що любопитно, спочатку була заліж вскрита в корінних породах, кварцитах железної руди. Вибрана була кар'єром, небольшим, правда, кар'єром, який зараз, як би, от, їх тут три кар'єра в районі от, сучасного села Стародобровольська. Є северний, центральний і южний. То якраз от той, який центральний, він є самим старим. І пишеться о тому, що вже в 1902 году настільки швидко прийшлось углублятися і, в принципі, переход вже состоявся на підземну добичу. Були сооружені три наклони подземные шахты. Хотя разведки здесь продолжались, были обнаружены еще так называемые переотложенные железные руды, представленные бурым железняком, или они назывались валунными рудами, тоже отличного качества. До початку 20-х років рудник успішно розвивається. З'явилося 7 шахт, які не мали назви, а лише нумерацію. Вони були неглибокими – від 28 до 58 метрів. Параллельно с шахтами разработка шла в длину, вытягивался и карьер, причем он здоровенный, тут почти километр длиной. Центральный карьер был соединен с южным карьером, и сейчас это представляется как такой единой чашей, но разделенной на две части. Вот как оно закладывалось до революции, так оно и стало до сегодняшнего дня. И уже в начале 20-го столетия был вскрыт еще и залеж бурого железняка в северном карьере. Вот мы непосредственно сейчас стоим с вами на отвале, главном отвале из трех отвалов этого северного карьера. Здесь только вскрыша известняка вот так вот сложена. Здесь и грунт, и известняк, все в перемешку. Кар'єр також не був глибоким, і коли роботи на руднику припинилися, то згідно архівам, всі його кар'єри вже було заповнено водою. Тобто трьом озерам навкруги Стародобровольського вже по 100 років. Вода шла подземная, то есть это понтические известняки, это чистая, хорошая вода, поэтому вокруг никаких вредных производств нет, поэтому то, что находится в этих карьерах, достаточно для того, чтобы здесь водилась рыба, а наличие растительности по берегам говорит о том, что есть кормовая база, можно купаться, можно отдыхать, и вообще здесь очень красиво, вы посмотрите, мы находимся как на смотровой точке, мы видим практически все, ну вот сзади нас, да, это северная часть города Кривого Рога. Видно отвал и Арселора, и Югока. Также на севере, если двигаться от нашей точки, вот сейчас, да, за карьером, через несколько там сот метров, будет такая вот, такой участочек, вот видно, где сходятся два зеленых поля. Это нужно сказать, что если взять промышленную зону Кривбаса, да, учитывая все различные там заводы, комбинаты, жилую часть и самое главное горные разработки, или же сверху, или из-под земли подрытые, да, то вот эта часть, которую мы видим за собой, это самая узенькая часть промышленного Кривбаса. На север от этого карьера Добровольского рудника находился еще дореволюционный один рудник под названием Полевой. О нем вообще практически мало что известно. Но вот как раз вот между двумя зелеными полями это был следующий рудник. Вот так у нас рудники все в Кривбасі тянулись один за другим, и в поле зрения все это находилось. Зрозуміло, що паралельно з видобутком руди росли й відвали. Деякі з них вже зрівнялися з землею, деякі захоплені людьми, деякі природою. Перше, на що ми звернули увагу, коли піднялися на відвал, це ось ця ковиль Лесінга. Її ще називають індикатором дикого степу. І це говорить про те, що на окремо взятій ділянці цієї місцевості вже панує дикий степ, тобто відроджується природа. Отже, ми на стику двох старих кар'єрів.
туда был центральный карьер, самый древний, с 1895 года, это чуть-чуть попозже, но уже в дореволюционное время оно тоже было вытянуто, как сейчас, оно все в одной чаше. Такие очень узкий, щелеобразный, длиннющий карьер, километр длиной. Значит, отвалы, вскрыша снималась, ну, понимаем, да, вскрыша — это то, что лежит сверху железной руды, ее надо куда-то убрать, да. Значит, снимали как на восток, так и на западную часть от самого карьера непосредственно. Поэтому отвалы эти так и тянутся, вот они как бы, да, узкий щелевидный карьер, и параллельно ним идут такими двумя рядами вот эти старые тоже отвалы. На них також маємо всі характерні для степу трави, і вся ця територія вченим розповідає наступне. Где сами карьеры, вот мы наблюдаем, да, здесь добывалась железная руда в самих кварцитах. То есть это достаточно твердая коренная основа, это коренные так называемые руды, еще их раньше так называли. Саме з цього кар'єру і сьогодні досвідчені очі фахівців бачать, де знаходилися всі 7 шахт рудника. Что любопытно, мы в этой местности не найдем таких просадок, провалов над подземными выработками, там, где руда выбрана из-под земли. Значит, работал рудник с так называемой закладкой. То есть недалеко от самих стволов шахт, к сожалению, место, где находились стволы, все засыпано, немножко отвалы рекультивировались уже в советское время, они просто разровняли их. Как бы, и получается так, что по старым описаниям, по шурфам, отдельным вертикальным таким выработкам, по шурфам подавалась с поверхности забутовка, так называемый, забутовочный материал, и все выработанное пространство забрасывалось, ну, в основном это глина и известняк сам. То есть получалось так, что пустоту мы заполнили чем-то снаружи, и таким образом над этой пустоты нет, поэтому нечего... не на чем проваливаться земной поверхности. Поэтому тут и село осталось жить, и все это осталось до наших дней, вот почти поверхность не изменилась. Відомо, що видобуток на руднику йшов ортами, тобто за допомогою спеціальних заїздів до місця видобутку. Їх ширина була метрів 3-4, в висоту приблизно стільки ж. Тобто маємо своєрідні камери, десь 3x3. Еще что интересно, отмечается, Фукс отмечает, что под землю люди спускались, горняки вот добровольского рудника спускались не по стволам шахт. По стволам шахт поднимались только лишь вагонетки, существовали паровые подъемники. Здесь все было уже механизировано на начало 20-го столетия. Паровые подъемники, железная дорога, откаточная. Все это хорошо работало. Рудник был основательный, пишут. Здесь же была на руднике своя электростанция построена. Работала на нефти, вырабатывала электричество только лишь для местных потребностей. Вот. Так вот, что интересно. Под землю горняки спускались еще по отдельным вертикальным ходам. Они назывались до революции так называемыми лазейками. Причем лазейки отмечались практически на всех рудниках Кривого Рога. И, кстати, лазейки использовались аж на небольших шахтах вплоть до 1941 года, как на шахте МОПР, это уже центрально-городской район. Так и здесь пишут, что по лазейкам там лестницы стояли, и шахтеры спускались просто по лестницам под землю, и дальше уже там трудились. Еще дещо цікаве про відвали. Всі вони запняку і вкриті неглибокими ямочками. Існує версія, що ми маємо справу з вторинним карстом. То есть, когда известняк, вот если мы возьмем мел пишущий, да, как в школе, кинем в стакан с водой, он начнет растворяться. Так и здесь. Вода действует, дождь падает, оно растворяется и образуются такие впадинки. То есть, здесь еще одни уникальные вещи, чисто такого научного даже плана. Але повернемося до часів процвітання руднику. Для оптимізації його роботи саме тут, в 1900 році, було розпочато будівництво Інгулецької гілки Катеринінської залізниці. Фрагмент її зберігся і сьогодні, про що свідчить ракушняк – складова частина залізниць того часу. По насипу проходила узкоколійка, яка поєднувала станції Миколо-Козельськ, Інгулець, Візирка і йшла далі до станції Латівка, Рахмановка, роз'їзд Шимановський на станцію Кривий Ріг, сьогодні Кривий Ріг Західний. А для нормального функціонування залізниці було споруджено і наступний в нашій подорожі об'єкт. Ви знаєте, що мене завжди вражає от на таких об'єктах? Здавалося б, якась собі водостічна труба. А все так збудовано, наче це, ну, як мінімум, вхід до якоїсь фортеці. Уявіть собі, які це масштаби. Ну, от, наприклад, у мене зріст 1,72 м. Гляньте, я навіть я дістати не можу. Отже, звичайна водостічна труба, як називають її технарі.
Ця арочно-тунельна споруда мала, як ми вже знаємо, лише одну мету. Ми уткнулись от в необхідність перепуска під полотном железної дороги талих і дождевих вод. Поэтому вот это вот сооружение всего-навсего для того, чтобы здесь протекала вода после дождя под полотном. Потому что полотно не должно затапливаться, и работа железнодорожного транспорта не должна нарушаться вообще, в принципе, никогда. Майже всі подібні труби на Криворіжжі були викладені з привезеного граніту. Блоки різні за розміром та формою укладалися в стіни. Пустоти між камінням заповнювалися місцевим вапняком. Этим строением 113, ну будем даже считать, если от момента начала строительства, 114 лет. Древнейшие, хорошо сохранившиеся сооружения, гидротехнические сооружения, потому что это техническое для перепуска воды. Вот. И таким образом мы имеем один из объектов индустриального наследия, вот такой заброшенной, малоизвестной местности. Давайте фантазировать. Возвращаемся на 113 лет тому назад, годик даем на постройку. Вот все уже готово. Мы здесь стоим вот в этой арке, сверху идет поезд. Ну, во-первых, сейчас деревья тут на входе, на выходе, да, как бы тогда деревья нет. Вокруг степь, все открыто. И действительно идет паровоз, то есть это ж не так, как сейчас, там шум, это работает очень такой могучий механизм, это дым идущий, черный обязательно, угольный. И, естественно, ну, несколько вагонов. Я думаю так, что если так стоять, над тобой такая тяга идет, наверное, тут что-то должно так и гудеть немножко, и даже потряхивать возможно. Ну, и во-вторых, от дождя можно укрыться здесь также. Дождь идет, а мы сидим. Сидим и слушаем. А потяг між тим, наче везе чорне золото повз невеличку безіменну балку на околиці села Стародобровольське. І балка майже не змінилася за 150 років. І знову повертаємося в ті часи. Стародобровольський рудник зіткнувся з необхідністю будівництва власної відкаточної залізниці для вивозу породи. При будівництві її було враховано найменші нюанси. Що получился совсем небольшой уклон в направлении к станции, то есть вот в ту сторону. И поэтому здесь применялась система самоходки вагончиков с рудой непосредственно. Это тонна где-то, вагонетка. Просто угол небольшой, задавали движение, то есть небольшую такую скорость. И вагонетки катились 1,5 километра на станцию самостоятельно. Назад, пишут вот в архивных данных, назад вагончики уже пустые, довозились при помощи коней. То есть конная тяга по этой же железной дороге их оттягивали назад. И таким образом вот руда перетаскивалась. На самом Добровольском руднике, ну, только себе представить, да, как бы условия дореволюционные не способствовали там миллионной добыче руды. Но тем не менее рудник в 1914 году давал, соответственно, 162 тысячи и 150 тысяч тонн руды в эти два года. Это был пиковые года развития рудника. И, в общем, это много, да? Это много. Только себе представить, если это однотонная вагонетка, сколько в год вообще здесь совершило такой курсив, эти вагонетки совершали на саму станцию. Видобуток на руднику був тоді в активній фазі. Потужно працювали і кар'єр, і шахти. Что меня поражает, это... Какой точный должен быть расчет, чтобы было учитано все? Да? Сюда, я так понимаю, вес вагонетки, вес того, что в нее загружено. И для того, чтобы все это катилось самокатом при определенной скорости. Да, и причем то есть... небольшой и не, ну, маленькой вообще становится. Большую нельзя развить, потому что ее вагонетку нужно принять безопасно. Да, поэтому филигранная техника. Насип рудничної відкаточної залізниці для необізнаних сьогодні мало нагадує своє першочергове призначення – насип та й насип. А 1902 року її будівництво було вкрай необхідним. Звісно, встав вопрос, як доставляти руду, так щоб було економічніше, доставляти руду на станцію Ладовка. Це буквально здесь 1,5 кілометра від рудника. Поэтому было принято решение управляющими акционерного общества Криворожских железных руд, это Полевское общество еще создано, собственно говоря, они владели этим рудником,
значит, было принято решение построить откаточную железную дорогу. То есть ветку такую отвести, которая выводила бы прямо к самой станции. Ну, естественно, когда начали строить, то уперлись в эту же самую безымянную балку, с которой сначала чуть-чуть ранее столкнулись строители Ингулецкой ветки Екатерининской железной дороги. Ну и потом сам рудник тоже столкнулся с проблемой, как бы под своим, под насыпью своей откаточной дороги нужно было тоже пропускать дождевые талые води. Тому в тій же безіменній балці було збудовано чергову гідротехнічну споруду. Але ця всупереч стандартам була не з граніту, і в цьому її унікальність. Вот эта водосточная труба Добровольского рудника, которую мы вот стоим рядышком с ней, она была выложена исключительно из местного камня, который находился в вскрыше самого карьера. Это известняк, понтический известняк. И поэтому его кусочками выложили саму арку, стенки, и получилась своего рода уникальная водосточная труба. Это единственная труба своего рода в нашем регионе, так как построена была из известняка. Обломочного известняка. Вапняк навіть не обтесували, просто рівненько складали в потрібному порядку. І труба безперебійно функціонує вже 113 років, тримаючи на собі потужний насип. В цьому також вбачаємо досконалість інженерної думки. Сама труба не є високою, метра півтора, але зміцнена по боках, що дозволяє їй стільки років утримувати насип, по якому ще й курсували завантажені вагони. Ой, ви знаєте, це місце, от воно з усіх сторін прикрито насипом, зверху листя дерев, воно таке затишне, особливо зараз влітку. Єдине погано, тут багато сміття, а насправді тут можна було б зробити чудове місце для відпочинку. Ну, хоча мої колеги кажуть, що злегка є запах стічних вод, але їх не чую. Все, що ми бачили сьогодні з вами, не просто цікаві дореволюційні об'єкти. Це справжні пам'ятники індустріальної спадщини, пам'ятники науки та техніки, до яких вміло доклала руку природа. І це перетворює подібні місця у справжню лабораторію для вивчення історії краю та поновлення природних ландшафтів. Для того, щоб створити все це, що ми сьогодні називаємо об'єктом індустріальної спадщини, тоді більш ніж 100 років тому працювало кілька десятків людей. Тут вони працювали, а от де вони жили – про це в наступній програмі.